Господа, я думаю, сейчас, если мы исполним одну инструментальную вещь на очень редком инструменте. Ты готов? Так вот, я цитирую слова Владимира Семеновича Высоцкого. На пиле один играл, шею спиливал, а микрофон говорил, а я усиливал, усиливал, усиливал. Сейчас вы услышите, как звучит пила. Да, и представляем нашего контрабасиста Константин Пила. Это не первый контрабасист группы «Добрая ночь». Сейчас он живет невдалеке от города Шуя. Там, где родился Аркадий Мечислав. Собственно, да. Поэтому Поэтому надо сыграть на пиле. Женщина изменит, я грустить недолго буду. Закурю я сигарету, и о ней я позабуду. Сигарета, сигарета, никогда не изменяешь, и я люблю тебя за это. Да и ты об этом знаешь. И знойным летом я люблю дымок твой тонкий. Я привязан к сигарете даже больше, чем к девчонке. Сигарета, сигарета, никогда не изменяет. Я люблю тебя за это. Да и ты об этом знаешь. Если женщина изменит, а потом опять вернется, закурю я сигарету, небо голубой дымок забьется. Сигарета, сигарета, никогда не изменяешь, я люблю тебя за это. Сигарета, сигарета, никогда.
а потом знаешь. Браво! Браво! Спасибо, спасибо.